Смотри, какие у него ноги диспропорциональные. Да, они гнутся там, у него просто голени очень короткие. Но у него скелет неправильный для этой модели, я же как бы... Но насрать это сделал-то. Но все равно прикольно, да. Ну, такой долговязый какой-то диспропорциональный чувак. Да не показывай его отсюда, выглядит как ушлепок. Так у меня сейчас все спят. Можно. Так я не факт же, что буду эти куда-то выкладывать, скорее всего, нет. Что-то показывать. Где? А, там я шарфик не до конца отрезал. Да насрать вообще. Это же так чисто, чтобы чуть поприятнее было, чем это. Ну, в принципе, как бы в своем исходном виде диспропорционально. Он, видимо, поэтому в ресурсах валялся. Но это какая-то неудачная модель. Ветер максимальный. Вон эти деревья последние сделал. Вот, на днях эти маленькие. Сейчас, да, сейчас средние буду делать. Сегодня. Если спать не пойду. Ну... как были не сломанные, так не нравились. Да, я их перед самое починю. Скоро достаточно. Да я понял, запарнитель Люгер Брик. Да блин, ты посмотри где-нибудь, я сейчас в сцене, там тебя может где-нибудь вообще в скале, блин. Я ж тебе говорю. Впечатлилось. Почему-то небо не отражается в этой сраной воде. Да там сломано что-то, да насрать вообще, что-то сейчас будешь разбираться. Да не надо это, включи лучше, покажи что-нибудь и все. Да. Ну да, нужно делать при этом сам прибой. Понятно, что не нравится. Да нет, я знаю, как сделать. Неважно. Такая вода ублюдская. Ну покажи, как камушки лучше. Булыжники, они не для этого самое. Ну вот это вот, когда они... Мы все туда не ходи дальше. Такой он вообще сутулый хрен.
смысле, а почему неестественно? Типа люгер не настроен по нормальному или что? Я понял. Понятно. Ну, это можно сделать. Понятно. Так на этом скайдоме, наверное, нету скрипта, который рендерит бубимапу, да, у него или что? Да не, да в смысле, тут правильный скайдом, то не там, наверное. Ладно, пофиг.